Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. Я начинаю проходить игру под названием Call of Duty Modern Warfare 3. Поехали. Так, давайте, ладно, так уж и быть. Я впервые играю в эту игру, значит, возьмем первый уровень сложности, новобранец. Еще поменяем потом. Привычный мир, он погиб. На что вы пойдете, чтобы вернуть его? Шепард начал войну, но только мы знаем всю правду. Николай, мы должны вытащить Соупа. Да, я знаю куда. Мини-кинцо. Давай его Кто не смотрел также прохождение Call of Duty Modern Warfare 2, обязательно посмотрите. Потому что вот сейчас вот эти кадры непонятные для вас. Если вы посмотрите концовку Modern Warfare 2, то все поймете. Какова ситуация по Нью-Йорку? Русские глушилки лишили нас воздушной поддержки. Это неравный бой, пока они господствуют в воздухе. Мы не можем потерять Нью-Йорк. Есть ли там свободные войска спецназначения? В Беннетфилд находится команда спецподразделения. Мы должны действовать прямо сейчас! Фига тут взрывы. Чётенькие. Окей, погнали. Тут бежать можно. Это меня радует. Так, ну-ка, стоп. Так, управление. Движение. Вроде как, блин. Мышка нужна, мышка. Где тут чувствительность мышки? Вот она. Слишком уж она огромная. А, ладно. А, все нормально, с патронами. Откуда вот это, что ли? Вот урод. Так, ну-ка. Есть еще что-нибудь со звуком? Нет? Нет, ладно. Прекрасно!
Тут по управлению все то же самое. Как и во второй части, в принципе. Так, что-то не вижу. Кто где? Упс, эта машина взрывается. А второе оружие что у меня? Ух ты! Не. Да ладно, это... Ну-ка. Да, реально, лол. Да, смотрите-ка. Перезаряжайся. Все, ласт патрон. А, нам сюда. Уходите с улицы, направо! Так, что будем делать? Все то же самое, уничтожим глушилку, перейдем в этих ребят. Мне это нравится. Наверх по лестнице, за мной. За мной, ребята. Никого нет здесь. Так, куда нам? А, за тобой. Ждите моего сигнала здесь, просто за мной. Принято. Так, я понимаю, как я понимаю, то есть я Фрост. А, вон он. Ну, более-менее, ладно. Так, давайте, может, заменим оружие лучше. Калашик возьмем или что это? Куда вниз? Блин, я чё, не то оружие, ё-моё. Я не то оружие взял. Точнее, поменял. Так, вот так вот. Да, отлично. Ой, брат, сори. Есть раненые? У нас все в порядке. Кто в центре города? Русские держат оборону. Кто с поддержкой? По-прежнему ничего. Помехи все время доведения. Это уже тогда идем. Подождение огня. Они цель перед нами. Так будем отсюда отбиваться, отстреливаться. Прикладом как-то можно бить тут, нет? Не знаю, короче. Опа, патрончики. Металл.
Я не вижу никого. Стреляем на рандом. Ух ты, вас тут сколько, пацаны. У меня еще и вот эта пушечка есть. Готовы. Глушилка. Где-то снизу глушилка. Долго стоять будем, дебилушка тупорылая. Ну, я ж слез уже здесь, алё. Прием. Забраться по лестнице на крышу, ну, я уже все там зачистил. Так, я продолжаю. Бежим. Блин, ну я же тут все оббегал, блин, а. Ой-ой-ой. Нахер вас, пацаны. Я назад. Я тут посижу. У меня нет, блин, оружия, которое с прицелом чётенькое. Выбежали с чего? Весь ваш отряд. Ох, вот это четкая тема, кстати. Я взрываю их, все нормально. Они не умирают, что ли? Это. Так, работаем. Наш
Наши порты окружены русскими военными кораблями. На штурм командного судна отправлена группа морских котиков. Следуйте в Нью-Йоркскую бухту для оказания помощи. Ваше сообщение принято. Металл 01, внимание. Видим вертолеты противника в вашем воздушном пространстве. Вертолет противника на подходе! Один сейчас будет подбит уже. Все, изи. Где еще есть? Нету? Нету, все. Продолжайте наблюдение по секторам. Думаю, мы оторвались. Черт, вертолет противника! Держитесь, поворачиваю налево. Он за этим зданием, за зданием! Рост, можешь взять его на прицел? Да все, я его сбил уже, нет, алло. Он что, непробиваемый там? Или это текстуры сраные? Все нормально, я его сбил. Блин, а так и знал. Давай, тащи, бро. Отлично. Так, пацаны, из сети выйду. Чтоб никто не мешал. Все, продолжаем. Так, ну что, первую миссию мы выполнили. Это меня радует. Ну, по сути, то же самое, как и Call of Duty Modern Warfare 2. Просто другой немножечко сюжет. Морские охотники. Мы в одной минуте. Только побыстрее, мы не хотим тут весь день проторчать. А, мы что, под водой сейчас будем, типа? Почти ну да. Готово. Основная точка входа открыта. Оставайтесь вместе. Здесь легко потеряться. Что, мы здесь кататься будем? Блин, нифига себе, здесь все перекрыло. А, да. Окей, все понял. Думаешь, кто-то смог уйти? Мы ничем не можем им помочь. Держитесь на 2,95 градусов, 300 метров до встречи. Металл 01, вижу вас на трекере. Принято, подходим к точке контакта. Команда котиков должна быть прямо над нами. Вижу их. Блин, а мышка немного проблематична. Пути. Времени на перехват мало. Принято, видите. Давай, братуха. Мышку очень сложно вести. Внимание на сонар, здесь русские мины. Следи за локатором. Мина, держись на курсе. Пацан, как могу еду? Что-то я залагал.
Или чё за... Чё за херня-то? Ты будешь ехать, дебил? Тупорылый. Блин, конченое управление, честно говоря. Так, нет, не туда. Да, братан, я как могу-то? У меня тупорылый дебил. Не едет он. Держитесь рядом. Да и, блядь, я что могу сделать? Если тупица это... Меня на перехват мало. Принято, видите. Где там, за кем следовать надо? Да боже, да ёб твою мать! Дебила ты кусок! Внимание на сонар, здесь русские мины. Поздравляю. Следи за локатором. Мина, держись на курсе. Так, стоп, не туда. Да, вниз. За кем следовать-то? Еще одна мина. Прошли. Так, надо их не цеплять. Или цепи можно цеплять? Стоп, мы на месте! Окей, ура! Цель близкая, Оскар 2, 8 часов. Тупое управление бесит меня уже. Спокойно. Эти там мины, как вот эта махина прошла. А, или это враг? Не знаю. Ждем, пока пройдет. Пошли. Что, нам надо эту махину захватить? Займи позицию. Ставлю. Закладываю. Просто прикрепи к ней мину. А, мне просто все-таки позицию. Надо. Да, заткнись. Мины установлены, отходим. Отлично, мы подготовим отход. Взрываю! Оверлорд, металл 01 на связи, подлодка всплывает, приступаю к атаке. Принято, 01, возвращайтесь к основному заданию. Мы должны захватить корабль ракетами на подводной лодке. Всем оставаться на местах! Хедшот. Это кто, обычные люди, что ли? Или кто это? Чисто, рыбаки, что ли, какие-то? Куда нам? А, ё-моё, пацаны. Да. У меня персонаж не бежит, он тупой. Да сдохнет ты, лол. Сколько пуль тебе надо? Так, надо узнать, что у меня вторым оружием. Пистолет. Пойдет, ладно. Ладно, погнали, что там. Нам сюда. Добраться до мостика!
Ах ты ублюдок! Обоссанный. Стороны подрезала меня, ублюдок. Подрезал ублюдок меня. Сучонок. Иди нахер, дебил. Да достали! Сколько можно? Ублюдки, просто конь. Обоссанные ублюдки. Только выйдите еще. Мрази, подохните. Ублюдок. Так, надо норм тему взять. Что такое? Да подохни ты там, урод. Или откуда? Так, будем аккуратно действовать. А, еще и сверху чел, да? Боже, везде перезарядка еще. Так, там наш. О, ты наш, ё-моё. Куда? Нам же в другую сторону. Нам в другую сторону, братиш, чё ты сел? Мы должны добраться до мостика. А, уроды. Нассать вам на лицо. Лохам. Ну, встал. Нихера себе у вас. Носят с собой. А, я знаю эту тему. В колде она была. Прикольная тема. Слоу-мо. Зона под контролем. Отлично, ключи запуска у меня. Оверлорд Металл 01 на связи. Контрольный пункт Нептун. Прием. Так, по 90 возьмем. Подтверждаю, Нептун. У меня есть ключ для запуска ракеты. Получаю коды. Координаты по сетке. Танго, Виски, 056628. Координаты подтверждены. Огонь по русскому флоту через 30 секунд. Прост, пульт управления. Где он? Вон. Три, два, один, давай! Оверлорд, ракета готова к запуску. Принято. Команда котиков ждет вас. Пошли. Телепортировался. Телепортировался, что ли? Так, я веду. Да. Держись за резиновой лодкой. Гони. Гоню. Гоню, гоню. Я не останавливаюсь. Стреляй по минам! Так, я мина. А, понял. Все, ладно, хоть тут мышкой не надо ничего делать. Дурацкое управление на мышку. Повороты эти дебильные. Нам надо в нее залететь, правильно? Ну да, это все по типу колды Modern Warfare 2. Все то же самое.
Закрывайте люк. Миссия завершена, все отряды Игла отчитались. Принято, Металл 01. Подтверждены попадания ракет по целям русских. Все основные угрозы устранены. Хорошо поработали, друзья, это войдет в учебники. Спасибо, Оверлорд. Сэм, конец связи. Давайте, next миссия будет всем последней. Позывным, мы больше не обороняемся. Заключительный. Повторяю, объединяйтесь и контратакуйте. На связи. Сколько их? 3 Ми-28 и 4. Нет, 5 Ми-17. Высаживаю десант. Отправьте команду на крышу. Юрий, сюда. Так, это продолжение. Мы должны отнести сумму к вертолету. Что это? А, я что-то все на самолеты смотрю. Вертолеты, точнее. Где-то еще есть? Жесткий. Да идем. Я этих убью. Да где ты? Быстрее бежим. Беги быстрее. Прайс. Наши. Блин, конченое оружие. Дигл. Вот это. Хотя это не лучше. Хедшот был, отвечаю. Куда нам? Куда? Прайс, ты чё, тут что ли? Так, вниз как-то так, да, тут спуститься можно. Ванёк, капитан, или мне показалось? Откуда палят-то? Какая гнида? Двоих наших уже положил. Я не вижу никого. Бегут и бегут, уроды. Мюллер. Беспилотник пошел на второй заход.
контейнере прямо у тебя под ногами. Да, он сейчас не понадобится. Хотя хорошая штука. Нихера, он стену уничтожает, нулину. А где еще есть? А вот они. У меня сзади кто-то стреляет где-то. А, вот этот что ли самолет защитить надо? Хана. Самолет. Да иди нахер. Сейчас как-нибудь еще испытания дайте, ё-моё. Игрушка огонь, мне уже нравится. Прям четко, качественно сделал. Этот кто-нибудь будет, да? По-любому. Соуп. На войне правды всегда жертвуют в первую очередь. Но кто определяет, что есть правда? Так, ну что ж, на этом я на сегодня закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.